Да, Энди, сама судьба свела нас. Прекрасные слова. Итак, трест. Питерс, Такер и... И сатана. Да, и сатана. Верно. Да, трест. Питерс, Такер и сатана. Говорят, в Элладе греки поклонялись красоте, но девицы в ихнем веке были не на высоте. Взять, к примеру, ход Венеру, не красота, а утюг. Неуклюжие к тому же две культяшки вместо рук. И чего вокруг коллеги, греки подняли голодеж. Право слово, в нашем веке миллион таких найдешь. Допусти меня в музее поторчать хоть пять минут. И ручаюсь, радозей, этой ночью не засну. Я бы встала в центре зала, Афродите не чита. Я бы грекам показала, что такое красота. Да, боюсь, за эти штуки мне устроят страшный суд. И уж тут не то, что руки, даже ноги оторвут. Даже ноги оторвут. Земле вращаться, всегда рискуешь оказаться.